Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Alan Wake. В последней серии мы остановились на том, что мы все так же бежим от полицейских. Особо упертый агент ФБР Найтингейл вообще слетел с катушек и пытается нас застрелить по непонятной причине. Тем не менее, нам нужно двигаться к угольной шахте. По дороге нас преследует тьма, всячески пытается заставить нас передумать, свернуть с этого пути. Но мы идем вперед. Нам нужна наша жена. Ну ладно. Единственное, но то, что у этой трубы как-то вес не ощущается, да? That was pursuing me was growing stronger, and it was taking over everything in its path. Super. Какого черта? Ой-ой-ой-ой-ой, куда мне? О! Так, это все плохо кончится. Плохо, плохо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Сколько же всякого говна летает, я извиняюсь. Давай, давай, братень, давай. Надо уходить. А, все, мне хана. Ты смотри, какой-то ножик прилетел. Нифига себе. Видели, да, это просто взбунтовалось вообще все. Давайте по-быстрому до туда добежим. А, теперь надо быть осторожней, как-то издалека по одной, что ли, я не знаю. Расстреливать их, я думаю, бесполезно. Ну какой смысл вообще в расстреливании стальной балки, допустим, да? Это, по-моему, тупо. А вот светить от света они, похоже, гибнут. Если это применимо слово к трубам всяким и балкам. Так, ну давайте попробуем. Готова? Да ты посмотри. Вторая готова. Так, хорошо. Это что за яркая вспышка была такая? Давай, пока вроде спокойно. Так. Хорошо, хоть батареек набрал. И вот так. Так, ну и с тобой тогда разберемся. Все, ладно. Более-менее, конечно, много батареек сожрало, но пойдет, я думаю. Так, ну вас нафиг, он не конь. Да твою мать, как ты меня ударил. Вашу дивизию. Ох. Блин, бежим, бежим, Алан. Ну что ж ты такой, блин, я не знаю, доходяга. 3 метра пробежал, все, выдохся уже. Натурально хочется в рыло ему иногда дать с ноги. Бегать, я не знаю, как. 2 шага сделал, все. Я захлопнул дверь прямо перед его наглым лицом. Он умолял открыть дверь, что характерно, ублюдок действительно думал, что я подчинюсь. У меня не осталось сочувствия и вины тоже. Не перед ним. Какое-то время я наслаждался его криком, ручаясь, в тот момент я улыбался. На больше не хватило времени, темная сущность была в доме вместе со мной. Я не понял, про кого конкретно шла речь в данном случае. Так, блин, ну давай лезь. Давай, давай, братюнь. Ой-ой-ой-ой-ой. Так у нас ничего не получится.
thought about all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story, certainly not the protagonist. That's what makes them fun. This was anything but. The darkness could possess anything, and it was getting closer. Фух. О, мощный фонарик. Ну давай, ну. Хорошо. Так, батареечки, пистолет. С пистолетом побегаем пока. Городок-призрак шахтерский. Шахту выработали, и городок стал не нужен. Как и куча других. Так, что-то это мне напоминает какую-то арену. Найти транспорт. А, ну конечно. А, так, нам нужно, похоже, дождаться, пока откроется дверь. Да, бляха. Давай, 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 давай. Ну, давай. Да что ж ты такое? Давай, давай, давай. Давай, дорогой. Фу. Блин, все тяжелее и тяжелее перестрелки. Это натурально уже какая-то беда. Ну ладно, давайте возьмем хотя бы фонарика, наверное, того. Ой, фонарик, говорю. Термос кофе. Чтобы оно хоть как-то того стоило. Я пока не заметил, чем лучше этот фонарик. Он, возможно, быстрее сбивает с врагов тьму. Ну как-то, по-моему, то же самое. Единственное, заряд у него больше. Еще один такой. Да сколько вас тут? Ой! Твою мать! Фу. Перестрелки натурально стали жоподером каким-то. Так, мне нужно попасть в лучик света, чтобы восстановить здоровье. Не можешь на себя фонариком, что ли, посветить? Это был бы такой чип, конечно. При свете ты можешь им повредить. Я знаю. Отлично. Вот эти вещи я люблю. Так, ну что? Night Springs. We take the facts of our existence for granted, unaware that they are merely a thin veneer of desperate self-delusion, covering a vast cosmos of madness and horror. All too often the stars are right. In Night Springs. Tonight's episode, A Family Occasion. Journalist Alvin Derlis' trip to study the local customs of an insular community in Night Springs has been less than successful. Until tonight. Well, I'm glad you changed your minds about this. Ancient customs, local mythology. My editor loves this kind of stuff. Well, Mr. Derlis, we don't want to feel like we're on exhibition. But you have demonstrated the seriousness of your intent. Oh, I am serious. Really, just do your thing. I'll stay out of your way and observe. Actually, I thought you could assist us. I'm afraid we are a man short. It would provide you with an intimate perspective.
Could I really? Of course, Mr. Derleth. Well, I guess that's the least I... What would I have to do? Oh, here. Let me show you with a kiss. I... Shh, darling, be calm. Shh. Alvin Derleth learned a harsh lesson. If you go looking for mythology, it may come looking for you. And such quests always bear fruit. Light springs. Жесть. Временами тут смешные истории, временами жуткие. А это и то, и другое вместе взято. Так. Уэйк атакует темной сущности. Тьма накатывала на меня, втягивая в свои недры все, что могло оторваться от земли, цепляясь за мою одежду. Я увидел фонарик, который уронил похититель, и метнулся к нему в тот самый миг, когда почувствовал, что ноги отрываются от земли. Тьма стиснула меня в стальных объятиях, как смерч. Каким-то чудом мне удалось включить фонарик. Тьма взревела и отшвырнула меня. Я упал и покатился к темным водам озера далеко внизу. Все хуже и хуже. Ну что, пойдемте. Супер! Назад пути нет. Здесь все окутывает тьма. Да вы шутите, мать вашу. Офигеть. Идите нафиг, а. Да твою мать, твою мать. Давай открывайся. Давай. Давай. Ой-ой-ой, какая же ты страшная дура. Тихо. Да твою мать, я же тебя уворачивался. Ну дохни же ты, что ж ты не дохнешь-то? Фу. Фу. Офигеть. Но ты меня уже после бульдозера хрен испугаешь, честное слово. Чина реклама Energizer, что ли? Так, давайте посмотрим, что у нас там, откуда он выехал. Я, честно говоря, не думал, что его можно было убить. В предыдущий раз, когда я играл, я вспомнил этот момент. Я от него просто убежал. Оказывается, можно. Что-то я решил в этот раз стоять до конца. Ну, как-то у меня в этот раз получше все получается. Поэтому, собственно говоря. Так, ну и что, на этом пикапе поеду? Супер. Блин, это было круто. Я никогда не был так рад увидеть солнце. У меня было несколько часов, чтобы добраться до мины. То есть уже утро наступило. Шикарно. The coal mine wasn't far now.
Так, нам надо все так же пробираться к угольной шахте. Today I would meet the kidnapper, and he would give me Alice. I wouldn't give him any other choice. A drowning man will clutch at a straw. Я почитал, конечно, что тут пишут, но... Так, мне идти или ехать? Написано, что идти. Little by little, without realizing it, I'd come to believe that the story in the manuscript was coming true. The current of its narrative had taken me deeper and deeper into dark waters. Alice had been taken from me. Barry was probably in jail. I was a fugitive from the FBI. The whole world taken over by the dark presence was trying to destroy me. It all felt real, but it matched a textbook case of insanity. Прикольная физика авто. Конечно, абсолютно игрушечная, то есть машина не ощущается как настоящая. Но для такой игры это же насколько неожиданно и прикольно. Подожди, что там стояло такое? Это вот эти вот машины, кстати, эти непонятные поездки, это отголоски того, что... О, Range Rover, похоже. Отголоски того, что изначально эта игра была с открытым миром. То есть ты перемещался по миру, куда хотел. Потом постепенно ей приделали вот эту линейность. Я не знаю, на пользу ей это пошло или нет, но, в принципе, я думаю, что в данном... виде, в котором игра дошла до конечного пользователя, она, ну, может быть, не шедевр, но что-то очень близкое к тому. Единственное, что омрачает игру, это, собственно, во-первых, то, что тут слишком много экшена, во-вторых, то, что именно экшен и сюжет, они как-то друг от друга абстрагируются, так скажем. То есть вот только что было такое неспешное повествование, и тут уже на тебя кидаются там 50 врагов. И после этого опять неспешное повествование, и то, что ты только что там такую толпу врагов перебил, это никак на сюжет не сказывается. А он там натурально должен быть уже в холодном поту от ужаса. А он все про свою Элис думает. Ну это так, мелкие придирки, конечно, но как-то вот такой некий... Что-то я, блин, разумничался сегодня. Чувствуется, короче говоря. Не буду говорить заумными словами, скажу, в такие моменты я чую лажу. В целом же, повторюсь, игра все-таки это... Сразу чувствуется, что ее делали создатели Макса Пейна. Так, ну и что, еще одна смотровая вышка. О, смотрите, какая машина. Офигенно. Интересно, на ней можно поездить? Можно. Давайте попробуем. Офигенно. Так, ну нам, похоже, он туда. Ладно, давайте мы на смотровую вышку сначала поднимемся. Теперь вот это моя машина. Странно, что машину все держат не запертыми. Ну да ладно. Биотуалет тут на природе. На кой хрен на природе биотуалет? На природе туалет за дерево зашел, все, туалет. Зачем тут биотуалет нужен? Это же не какие-то токсичные отходы. Это просто, извиняюсь, говно. Ну то есть оно... Удобрение. Так, давайте послушаем. This is Pat Maine, and you're listening to KBF FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, I know I'm not being very informative here, and I apologize for that. I really should just keep quiet, but... I'm just so peeved right now, because some people just shouldn't be carrying badges. And I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say... Ой, это нам. I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning.
But first, a little music. Ладно, пусть там все беседуют, а нам пора двигаться. Вот к этой угольной шахте, похоже. Забористый кантри идет. Так, ладно, погнали. Да ладно, все-таки возьму свою машину. Вдруг это чья-то. И он очень расстроится. Тем более для такого типа местности грузовичок подойдет больше. Ну, тем более тут уехать, так как оказывается. Да. Похоже, приехали. Блин, какая приятная все-таки вот графика, да? То есть, казалось бы, ничего особенного, но именно освещение. Так, чё, куда тут? А, наверное, туда. Все старое, деревянное, прогнившее. Доска сейчас лопнет какая-нибудь, если его полетел вниз, шею ломать. Так, мод на переправе. Наблюдав за писателем на пароме, Мот ощутил разочарование. Из разговора с боссом он сделал вывод, что Уэйк представляет из себя... что-то из себя представляет. Но нет, ничего особенного. Зато Мот вдоволь налюбовался его женой. Он мечтал спровоцировать Уэйка на драку, но случая не представилось. А, ничего, он еще проверит, чего этот писатель стоит. Эту ему обещали. Так, ну это, собственно, похоже, и есть наш похититель. Мод. Так, я сюда только за этой рукописью ходил, что ли? Куда же мне идти тогда? Дальше куда-то, что ли? Ну, ладно. Так, тут, похоже, на машине все-таки надо ехать. Ладно. Здесь, похоже, еще с 30-х годов прошлого века все. Небольшой такой приятный кусочек сэндбокса. Это, по-моему, прекрасно. I was early. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Музей теперь. Как скажете. Так, там что-то блестит, или мне кажется? Нет, не кажется. Глазастый. Так, что пишут? Хотя люди жили здесь и раньше, настоящая история города началась с момента основания горнодобывающей компании Bright Falls и открытия угольной шахты в 1878 году. Хотя работа там была тяжелой и опасной, тем не менее она привлекла много иммигрантов, в том числе немцев, поляков, итальянцев, финнов и шведов. Понятно? Изначально прибыльная на протяжении 20 века шахта постепенно истощалась. Жилы были богаты, но труднодоступны. А из-за вулканической активности в регионе шахты стали особенно опасны. Ну, то есть, понятно, да? Завалит только так. Тут предметы, похоже, с помощью которых работали. Так, секунду. Так о чем ты? Зашли соседи. Котенка предлагали. У нас кошка уже есть. Пристроили на этаж выше. Вот. Такие дела. Сара на радиостанции. Найтингейл ушел, ночной ветер подул в разбитое окно.
Бэйн посмотрел на Сару. Шериф отвернулась. Голос Мэйна дрожал от едва контролируемой ярости. «Этот парень больше пьет, чем думает. Надеюсь, Сара, ты знаешь, что делаешь. Нездоровый у него взгляд. Уэйк ему не просто так нужен, и вряд ли он задумал что-то хорошее». Ну да. В 70-м году случилось извержение вулкана под озером Калдрон, и хотя оно было сравнительно слабым, большинство глубинных штреков обвалились или были затоплены. Во время катастрофы погибли 32 шахтера, и горная добыча в районе Брайт-Фоллс полностью прекратилась. Теперь многие из сохранившихся сооружений охраняются законом как исторические памятники. Вход в музей. Ну, я бы этот музей не назвал, конечно. Ну да ладно. Сталкер напоминает, да? I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Наступила ночь. Wait. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello? I'm gonna kill him. Спокойнее. I had to get to Mirror Peak. Твою мать! It was close. Maybe closer than ever before. Дверь закрыта. Надо выбираться отсюда по-быстрому. Так, что мне сюда? Пока что вроде тихо. Термос, сигнальная ракета, батарейки. Хорошо. Опасность. Ну что, дорогие подписчики, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующей пойдем дальше. Во тьме по этому музею. И это, я думаю, будет не очень просто, потому что, блин, как-то мне все это не внушает. Но как бы там ни было, пока что все круто. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.